Ребятки, всем привет! Это новый сезон шоу «Пошазамим», в котором человек бросает вызов искусственному интеллекту в виде машины по угадыванию треков «Шазам». И сегодня к нам в гости пришел Фоги! Спасибо, спасибо. Ты готов разорвать в клочья эту машину? Ну, как сказать, ну, как говорили пионеры, всегда готов. Я, в принципе, тоже, поэтому... Ну, можно приступить. Ну, неплохой настрой. Смотри, я, на самом деле, очень люблю вашу передачу. Я постоянно включаю в надежде увидеть там себя, как бы, но пока что не видел. Надеюсь, что хотя бы в этот раз повезет. Хорошо, мы приняли тебя и твою точку зрения. Короче, есть 5 категорий. Иностранные языки, иньяс, русский рок, рэпчик, дискотека 90-х и навьё. Какую ты выбираешь на первый раунд? Так, ну что ж, давайте начнем, наверное, с навья. Давай, да, с твоей сильной стороны, правильно, я бы тоже так сделал. Я так мало, конечно, по современной музыке слушаю, но я думаю, почему бы и не попробовать. Давай, первый раунд, навье, поехали. Ага, как вы ее включили, так, все. Кто? Это тема белорусских, песня «Витаминка». Слушай, ну это правильный ответ, это правильный ответ! Вообще, ну, как бы... Ну, вот скажи честно, у тебя бесит, что тебя с ним сравнивают? Ну, вначале, конечно, это бесило, сейчас, в принципе, вообще не волнует. Ну, как бы я особо его музыку не слушаю, он делает классно, он делает стильно, но как бы... То есть ты вообще вот на... В принципе, не сейчас, как бы, ну, какое-то время, то есть я слушал, вот из тех, что я слушал у него «Мокрые кроссы», я слушал у него «Незабудку», и «Ты не просила меня», я больше не напишу, как так она называется, в принципе. Так, в целом, больше особо не слушаю, но это не потому, что он там какой-то плохой или ужасный, делает стильно, круто, но мне больше как-то по душе все-таки Максимилиан Корж, как бы, так или иначе. Красиво. Да. Итак, счет 1-0, ты впереди Шазама. Какую рубрику ты выбираешь для второго раунда? Так, ну можно попробовать, конечно, рэпчину какую-нибудь. Почему бы и нет? А там русский рэпчик будет. Давай попробуем. Да. Второй раунд. Рэпчик. О, Каста. «Сочиняй мечты». Я рос на этой музыке, так или иначе. Как же ты хорош! Скоро будет все сбываться. «Сочиняй мечты». Шанс. Ну, как бы это... Слушай, ну... Это основа. Уважил, дядюшка. Стыдно не угадать. Так. Ух, круто. 2-0, ты очень уверенно пошел. Угу. Это хорошо. Да, ты можешь повторять рубрики, но я тебе напоминаю, что ты еще не пробовал русский рок, дискотека 90-х и иньяс. Иньяс. Так, давайте, наверное, дискотеку 90-х попробуем, так или иначе. Ты готов? Ну, ты правда готов? 50 на 50, я думаю, ну, повезет, не повезет. Ну, была, не была, счет 2-0, можно, знаешь ли, попробовать. Третий раунд, поехали. О, нет? Это Аллегрова, по-моему. Да. Аллегрова, младший лейтенант. Слушай, смотри, ты правильно угадал. Респект. Мальчик молодой. Младший лейтенант, ты сказал уже после того, как Шазам угадал, но Аллегрову ты назвал до, поэтому полбалла уходит тебе, и еще 2,5, так сказать, 0,5. Ну, хорош. Мамина любимая песня, мама, привет, если ты это смотришь. Ай-яй-яй, попали очень, очень люблю, конечно, тебя. Круто, круто. Ну что, четвертый раунд. Так, ну давайте, ты можешь, наверное, что-то повторить, если тебе что-то понравилось. Да, я бы сразу тебе повторил, потому что мне не так близок русский рок, и, в принципе, не так близко американское, поэтому давайте, наверное, навьё. Окей, четвертый раунд, навьё. Так, все. Погнали. Пчеловод, это раса только что тут были. Мы просто пчелы. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Единственное, группу «Расу» ты сказал, по-моему, одновременно уже с ним. Ну да ладно, отдам тебе этот балл. 3,5, 0,5 все-таки. Ведущий имеет право, да, подыгрывать молодым людям. Конечно, это неуважение к искусственному интеллекту, но что поделать. Что поделать, да. Он нас тоже, знаешь ли, не особо жалует. Да. Пятый раунд. Что мы выберем? Рэпчина или 90? Давай еще раз рэпчину. Давай. Ну, ты прям... Я понял. Ты идешь стабильно. Давай. Пятый раунд. Оксимирон, «Там, где нас нет». Да? 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 4,5. 0,5. Дядя. Там Роман сидит, он постоянно слушает эту песню. Ты идешь на рекорд, и ты программа. Ну, все, сейчас посмотрим. Ну, сейчас тебя ждет, наверное, трек 90-х, да? Ну. Будешь брать? Я сейчас себя чувствую на шоу «Кто хочет стать миллионером». Давайте, пойдем дальше.
Мы идем. 90-е, да? Ты можешь 90-е. Взять новинки, ты можешь взять рыбчину. У тебя твой выбор, тебя никто не навязывает. Нет, все, 90-е, все, нормально. Все, добро. Уважаем, так сказать. Надо попасть снова в любимую песню. Эти времена. Короче. Да, да. Так. Погнали, шестой раунд. Лишь бы Наташа Королева. Ой, ну это же... Нет? Это же Сплин, Орбит без сахара. Нет, не слышал? Нет. Нет? Ну, это... Ну, вообще, конечно, это не совсем честно. Это все-таки ближе к русскому року, но... Забыли. Знаешь что? Да ясно, у вас не все куплено, как бы вам. 4,5-1,5, вот тебе бы жаловаться. И так ведешь. Седьмой раунд. Ты выбираешь. Так, все, в 90-е больше не лезем. Да. Так, все. Так, все, да. Навьё, все-таки навьё еще раз. Давай. Навьё так навьё. Погнали. Это Зиверт, а песня... Называется «Кредо». «Кредо». Шазам сказал об этом гораздо раньше. Ну, топ-1, по-моему, она сейчас находится. 4,5-2,5, Шазамчик подсократил отрыв. Ну, слушай, рэпчик у тебя заходит просто на ура. Мне кажется, нам вот в нем надо двигаться. Надо двигаться дальше в рэпчике. Да, давай. И тебе, и нам сейчас на программе. Да, погнали. Восьмой раунд. Так, все. Лишь бы Корж. Нет? ATL. Ангелы. Вообще, да, вот для тебя... Да-да, надо было больше ATL слушать. Я очень люблю шаурмичную одну. Там постоянно играет ATL. Но сегодня мне так не повезло. Окей, 4,5-3,5 ты все еще ведешь. Окей. Навьё или рэпчик выбираем дальше? Так, давай еще раз рэпчик, чтобы давай. Все-таки... Ты все еще в него веришь, я понял. Да. Погнали. Раунд номер 9. Шазам максимально вплотную к тебе приблизился. Ламбада, Скриптонит, Тифест. И это правильный ответ! 5,5, 3,5. И за раунд до окончания ты уже обеспечил себе победу. Но можно сделать это супер уверенно. Супер уверенно. Да, попробуем то, что ты еще вообще не юзал. Как считаешь? Ну, можно, я думаю, в принципе, попробовать зарубежное что-нибудь. Давай. Иньяс. Сейчас давай. Будем пробовать. Рубрика Иньяс, финальный раунд. Так. Погнали. Ну, люди танцуют, смотри, за кадром, ну. Эд Ширен и Джастин Бибер. I don't care. Ну, слышал хоть когда-нибудь? Вообще я не слышу, я вообще, в принципе, не слушаю зарубежную музыку. Да нафига ты подписался на эту рубрику? Ну, мне было интересно, но мало ли, может быть, слушай, ну ты смелый человек. Как бы... И в нашем сегодняшнем выпуске со счетом 5,5-4,5 Шазам проиграл, а победил Фогель! Красава! Красава! Ну, так сказать... Просто, что можно сказать в конце, так сказать, все равно, какие бы нейросети не были, все равно еще человеческая голова, она так или иначе пока еще умнее. И давайте, ребята, ее больше развивать, чтобы нас не обгоняли вот эти странные штуки, которые меня очень сильно пугают. Чуть-чуть не выиграю, вы меня представляете? Да. А так, желаю всем больше слушать хорошей музыки. Неважно, то зарубежная это или русская музыка. Неважно, то это рок или рэп, или навьё, правильно? Навьё, да. Или навьё. Ребята, слушайте то, что вам нравится. Главное, чтобы, как я уже сказал, оно вам нравилось. Это самое основное.